Малый и средний бизнес в Химках постоянно растет. Для этого создаются все условия. Недавно в округе появилось новое предприятие по производству мебели. Представители МКУ «Малый бизнес Химки» и муниципальный депутат Алексей Федоров посетили компанию в рамках проекта «Выбирай свое. Партия «Единая Россия». Работаем с массивом, с шпоном, с ЛДСП. То есть конек как бы нашего предприятия. То есть мы не являемся каким-то крупным предприятием. Поэтому мы делаем мелкосерийную мебель под заказ. Генеральный директор производства Александр Леонов не первый год в мебельной отрасли. Говорит, в Химках есть доступные условия для ведения бизнеса. Поэтому решил продолжить свое дело именно здесь. Чисто случайно попал в мебельную отрасль. И мебелью занимаюсь, наверное, лет 20. В принципе, мы начали в свое время там, с моим другом одни из первых заниматься шкафами купе в России. Вот, и как бы так пришли к мебельному бизнесу. В цехе трудятся 15 человек. Еще часть сотрудников работают в конструировании, а также занимаются дизайном. Основным заказчиком компании являются корпоративные клиенты, например, банки. Востребована нестандартная офисная мебель, столы, шкафы и другие позиции. Материалы для производства преимущественно российские. Блокировочная древесно-стружечная плита или сокращенная ЛДСП. Самый популярный в производстве мебели материал. Он прост в использовании, легко режется и формуется, а значит, позволяет создавать мебель самых различных форм и размеров. Руководитель производства показал гостям предприятия станки, материалы, рассказал об особенностях производственного цикла. Также обсудили варианты сотрудничества с МКУ «Малый бизнес Химки» и администрацией городского округа. Мы хотим расширяться, идти, как бы ищем помещение больше площадью, но пока находимся здесь. С администрацией сотрудничаете в этом плане? Пока нет еще, но хотим. Рассказывали предпринимателю про меры поддержки, какие имеют региональные, муниципальные. И в данном направлении тесно будем взаимодействовать. Руководство организации направлено на импортозамещение и использует сырье только российского производства. Это всегда приветствуется, поэтому мы сегодня вместе с МКУ «Малый бизнес» приехали познакомиться с руководством, с коллективом, рассказать о мерах поддержки. В Московской области существуют различные меры поддержки предпринимателей. Любой желающий может получить бесплатную консультацию по ведению бизнеса и доступным мерам поддержки в МКУ «Малый бизнес Химки». Елена Тараненко, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.